Всем привет! Продолжаем знакомиться с известными картинами «Христос в Эммаусе» Матье Линнеен. Так сказать, что братья Линнеен представляют загадку для истории искусства и жизни творчества очень мало изучено, а работы трех братьев очень легко спутать друг с другом. На картине изображен момент, когда Христос является двум своим ученикам в Эммаусе. Они узнали учителя, когда тот благословил и переломил хлеб. В левой части картины мы видим фигуры Христа, на которую направлены взгляды двух находящихся рядом персонажей. Старик в правой части картины сидит, опираясь на палку, смотрит вниз. Остальные персонажи просто созерцают происходящее в молчании, наблюдая за Христом с истинным благоговением. Дети на переднем плане как будто смотрят на зрителя, в то время как группа из трех детей на заднем плане наблюдает за происходящим. Помещение, в котором разворачивается действие, изображено в характерной для братьев Линнеен манере. Они всегда отказывались от избыточных деталей и отдавали предпочтение фигурам и диалогу между ними. Эта картина демонстрирует знание колористики, которое отсутствует в других работах братьев. Акцент на одежде Христа сделан с помощью синего, красного. Ну вот примерно, что я нашел в интернете по описанию картины Матье Линнеен, братьев Линнеен, «Христос в Эммаусе». Находится эта картина в Лувре. Пока-пока, до свидания.